Так вот мы двигаемся. То есть. Это здание, только учитывая, что мы как бы идем в гору, а город будет на другом стороне склона. Тут понимаешь, в чем проблема вообще всего этого места, и чем я его почему и выбрал, собственно. Он как бы за пригорком. Так, а солнце, оно где будет? На востоке. Наверное. Так, время там вроде 10 стояло, да? Да. Ой, зато некрасивую картинку сделал. Здесь просто солнце очень неприятно светит в глаза. А конечная цель перебить всех, да? Нет, захватить две точки, по сути. В итоге все равно будет перебить всех. Ну да. Как бы. Не, ну если мы их вытесним из города, неожиданно, то, конечно, это вообще. О, они прям испугаются, выйдут из домов, уйдут в лес. Напишите КВшки. Какого хрена вы суд за красных? Хотя я выкидываю, короче, тогда. Меня это бесить уже начинает. Я согласен. Короче, увольни так, его нафиг. Ага. Давайте в отрядные будете принимать решение потом. Сейчас, ну стоп. Понятно, я потом. Пока. Мы пока заранее. Так, ну вот, в общем-то, так и движемся. Паша, разбей по хаммерам пацанов своих, чтоб на старте каждый знал, в каком хаммере, кто с кем. Вот. А, Соник, мы в одном едем? Мы в одном хаммере, у нас там четыре тела, по-моему, получается. Мы разобьем, но там будет проблемка, мы не знаем, какое построение. Лучше сразу собраться возле хаммеров из моей группы, все соберутся и уже потом рассуем на месте, иначе это будет просто сейчас хаос. Ох, старый. У нас фристайм есть, в принципе. Вот, но желательно, чтобы. Так, не, проще, изначально проще надо сказать, потому что дефолтно сидеть нельзя, у них хаммер с синей стороны, как бы, поэтому. Смотри, ты мин поставил метку хамвик слева, справа, там 60, это наши будут, да? Да, это ваши. Мои впереди. То есть два слева и два справа от танк. Да. Угу. Тут, кстати, предлагаете. Сейчас, да, поставь солитарь. Предлагаем методу такую. Либо мы приезжаем, встаем хаммерами, просто ну, на себя выводим тех, кто там на нас охотится, будет на всяких СПГ дожигаем, либо просто ну, потихонечку едем в зону. Но мне почему-то нравится вначале постоять, подстреливать, а потом как бы это уже двинуться. Не боишься, что с зеленки прилетит? У ты 72? У как ты 55. А теперь минутка критики. Аздуник, а смотри, мы в зеленки заходим. Для техники зеленка это вся. Это, грубо говоря, какой-нибудь шальной талип с РПГХ 7 выскакивает из куста, засаживает сначала танку. Эти стрелки на хамвиках ничего не понимают, откуда происходит. Следующий хамвик сразу же, через несколько секунд, ловит еще одну РПГ. Потом еще одну. Тут везде зеленка. Да, и вот шальной как этот раз именно убегает. Дело в том, что везде зеленка. МБ танк. Я вообще хотел в прошлый раз оттуда, но из-за того, что каждый поехал не так, как я просил, в итоге там прибались. Там что плохо, там как бы зеленки нету в одном месте, но она по бокам и лес достаточно легко затеряться. А где вот сейчас я предлагаю, там ну самая тонкая до города линия зеленки. А они выходить же из красной зоны могут? Из квадратов, в смысле? Вот этих, да. Да, спокойно. А может тупое предложение?
Давай. Просто тупое. Ну. Заходить в три группы, как ты, да, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Встреча сразу внутрь, залетаем с трех сторон. Получается, что кто-нибудь да доедет. Вот так делали все прошлые разы и все время сжигали всех. Примерно так же было и в прошлый раз, когда я просил всех как бы собраться с юга, да, но в итоге все по отдельности поехали и всех по отдельности поубивали. Вон военные с МСВ. Но я имею в виду блицкриг в плане того, что залететь внутрь вот этой стрелки синей, где она указывает, и там уже, собственно говоря, зеленки мало что будет, ну, опасности, все-таки меньше гораздо. Зоник. Потому что... А, Зоник, вопрос к тебе, как ты можно? К этой дороге относишься, где красный восклицательный знак стоит? Че? Где красный восклицательный знак стоит? А, там вообще проблема? Не вариант, там вообще приблизь, ты увидишь, что там полная зелень. А, вижу. Там, ну, вязнем по самой, не балуйся. Ну, а еще Зоник? Есть вариант, конечно, отсюда. Тут что хорошо, нас за жопу прикрывает Д-триггер. Вот. Это приятнее в некотором плане. Давай там тогда что? Потому что там есть зеленки меньше, по сути. Ну, насчет зеленки я бы так не сказал. Тут, то знаешь как, выйдет. Тут двоякая фигня, что зеленки меньше, значит он изнутри зеленки, считай, как на в поле в нас будет стрелять. Не, ну то, что мы в поле, у нас и танк в этом плане. Танк в поле самое то. Смотрите, тут вся проблема в том, что вот мы сидим по первоначальному маршруту, вся техника через зеленку едет, и по сути все время должен быть водитель сидеть, стрелок должен сидеть в хаммике. То есть по сути количество стреляющих стволов уменьшено, грубо говоря, в два раза. Ну почему три человека на водителях и два и три будет крупнокалиберных пулемет? А может как-нибудь пешком дойти там? Я вот про это говорю, пешочком пройти, танк протащить под за собой. Коридор. Да, сделать, да, 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 линии вот так вот пройти. Прочесать это. Там же вон зелень. Есть лежаки, прям к лежакам прийти. За деревянным. И позагорать. Да. До туда дойти, ну, хотя бы. Хорошо, пешком. Тогда предлагаю. Ну тогда идти вот со второй картинки. То есть отсюда. С восточной? Да. Ну, так. Потому что тогда нас точно не будет обижать. А танк тогда сначала пешочком. Ну, один хамми проверить. Я, в принципе, возьму с собой, окей? Не, ну а что, танк один... стоит вперед кинуть? Пехоту пустить вначале, чтобы она дошла до... Ну, короче, зеленку просто прошла именно нормально. Шеренгой. Да. Хорошо, не линии. Ты слышишь, это, сделаем так. Ну, просто у них тогда, понимаешь, у них много тачанок получается. У них будет... Две тачанки ПКТ, одна тачанка ДШК, одна тачанка 240-й хамвик и одна тачанка СПГ. Ху, это себе. Вот. Хотел а я сказать. Такой, друзья, а если поставить танк на вот эту высоту? Это, по идее, она... Нет, там, нету там высоты. И нету там... высоты. Да, и там, во-первых, не высота. И там херня. Во-первых, весь альфа-раз прикрыт деревьями, и дальность видимости не такая большая, как вы думаете. Высота здесь вот эта вот. Скорее, чем то, что ты показал. Да нет, но она выше, она выше той точки. Она выше той точки. Ну, все деревья просто нивелируют эту высоту. Это я вам так скажу. Не, ну мы смысл в том регионе где-то ошивались в прошлый раз. Давайте просто с севера зайдем, да и все. Вы учтите, что там... Люди, краб, флайер, гонза, бонзай. Короче, вы все будет единое, это... одиночки будут сплошные. Да, кстати, то есть они будут шариться с РПГ-хами, бегать по кустам и ловить технику, и маслить людей. И бонзай будет сидеть до последнего, он пехоту пропустит, а в жопу потом стрельнет. Именно. А Зоник? Тогда берем два хаммера, я оба хаммера себе тогда потом возьму. Мы разбросаемся. Слышишь, меня, честно говоря, уже пугает мысль, то, что на их стороне там краб сесть можешь. Да забей, там... Если он там с туров вертолета сбивает, алло. Да забей, это повезло. Короче, смотри. Отливаем. А остальные, вся твоя группа, то есть ПЗ идет, как ты предложил. То есть вы вначале растягиваетесь, идете до вот этих
лежаков, там укрепляйтесь, и мы уже идем к вам. Мы будем хранить им 60. Понял, Альфа, короче, прочесывает лес. Браво, или кто там у нас? Угу. Прикрытие. У нас там 4 тела. Пас да, технику. Зашел, вы технику кроете. Да. Все, ништяк. Паш, стримишь, да? Да. Он залетает. Поехали. Запускай. Паш, вот ты когда брифинг будешь полностью скрывать? Никогда. Редиска. Нас воды зажали. Под пистолет. Очень сильно любит давящие повязки. Но двух же должно хватить, да? Да. Паша, ну... я забыл про ДВ, по-моему. КВ общее, окей? На в смысле, что ты забыл про ДВ? А что ты забыл, я что-то не понял. Там все написано. Слышал? Там написано же все. Ну, ребятки. Проверка КВ. Точно. Паша. Замечательно. Сколько дыма. Зоник меняется? Привет. Да, это КВ общее на вашей будем сидеть, понятно? Ага. Танкистам тоже передай. В смысле, а что ты забыл, я не понял. Да там я... Есть. Чё, у вас есть ДВ? Да. У меня что-то сломалось, у меня что-то ДВ не выдало. Вы можете ДВ использовать частоту, вбив в КВшку. Так. Не беси. А за чем? Мне что-то нет. А? Меня? ДВ тогда нашу. А у нас допка будет работать на этом? А, нет, это у меня не ДВ, это у меня рюкзак. Ну вот. Поэтому давай на... Да я не думаю, мы особо судить не будем. Мы на сутрете. А, ну ДВ на технике у нас только будет. А мы с тобой будем на сутрете связываться. Я могу ДВ отдать. У кого ДВ? Ванчик, можешь подать ДВ. Ну, садимся сразу же. В смысле? Жопа чувствую. У тебя не ДВ. Ну, это рация без разницы. Сдонька, сдонька. Это не то. Все, спокойно. Зачем столько дыма? Ну, если что, там можно, кстати, накидать, чтобы вокруг вот это машины с боков ее не обстреляли. Да-да-да, дым нужен. А едем, берем, наверное, чистый МТВР. Бесадимся, все крутимся в МТВР, потому что нам железо стреляющее не нужно. Там Азоник берет хамбик, нам этого достаточно. Мы все равно пешочком. У грузовики есть что-то полезно. Бывает. Если не почистим. Труп полно. А, ТЗ, тут это, в грузовике куча труп. Да, труп там куча. Ну берите каждый по одной, хотя я не знаю, это для танка очень плохо. Давайте тут выкинем нафиг. Кто-то вообще их сбрасывает, а вы хотите набрать с собой? Да-да-да. Их нет, их можно взять и по зданиям расстрелять первым самым кромком. Репит, да, давайте да, не будем их. А? И сбросить их просто. Я просто что думаю. Мы да? можем сейчас их взять, пройти пехоты, их сливают нас. Это по сути для танка на каждом трупе нашем. Одному выстрелу. А ты имеешь в виду это для противника? Конечно. Согласен, а если ты его скроешь на за спину, то ладно, в да, принципе согласен. Они да, вряд да. ли будут шарить. Точно.
И, во-первых, это визуально ты будешь закрыт. Представим закончится. А здание вы готовы? Да, еще. Мы упакуемся, я водитель. Ребята, скройте все в это за спину трубы. Танк первый. Садись. Мы все в Альфе, на части Альфа. Мы тоже на КВ. На Альфе? Руфок. Так, слышишь, что ты ДВ настроишь все равно город, окей? Я настрою. Если Альфа, то садись внутрь. Потому что ты дефолт говоришь, а сдой. Все, репит, последние силы за Альфа в машине. Танк каким едет по счету? Слей. Мы с этими, с пехотой едем. А, танк, давайте сначала хамбик пускаем, да, хамбик, да, да. А потом танк. Потом МТВ-арка за вами уже танк. Ну, Паш, по зеленке пешком на шифте идем, да? Ну да, наверное, сначала аккуратненько. Да, пешочком. Надо было GPS, но, блин, снять. Хамбики, вы там притормозите, танк за вами не поспевает. Что-то танк совсем со скоростью плохо. И хер с ним, на М60 сейчас встанем, пока выстроимся, и мы же оттуда пойдем пешком. Да. Тем более. У тебя же песены есть там, чтобы азимут скорректировать, когда пойдем шеренгой. Забор ломать будут. Давайте хамики. Мы подъехали, выходите или нет? Нет. Там Аздоник что-то тупит. Аздоник. Девчонки, Наташка, теперь у нас алкашка. У вас Аздоник водитель? Аздоник, ты чё, блин? Ну, что вы выкинули? Аздоник пьян. Короче, давайте этот хамбик один оставляем здесь, а дальше выдвигаемся уже, потом потянется. Какой хамбик? Который нам может двигаться, который без оздоровника. И он поехал. Да. Странно. Как Джордан в конце где-то. Репит, а ты помнишь, оздоник был пилотом вертолета, когда на высадке на утёсе были? Нам левее чуть-чуть. Чё на высадке на утёсе? Ну, он был пилотом, в общем, ему там позвонили, а он садился в этот момент. Я не помню. Он резко убежал, то есть мы шли на посадку, он бросил управление и, короче, все отделение слил. Нет, этого я не помню. Помню только студента. Ну, студент это свежак, а вот Аздоник. Да. С телефоном это не совсем. Это классика. Ребята, учтите, нас и тут могут уже это бахнуть. Да, мы едем между заштрихованной синей линией вертикальной. Вниз на юг. Давайте к зеленке подтянемся, наверное, или там не зеленка. Проходим же шахиды, да? Ну он справа только. Да, по-моему, шахиды. Так, сейчас поправлю до зеленки какая-то. Уже надо выгружаться. Да. Все, выгрузка. Что там на вычинке была другая карта?
Так, метку на нас дал. Все, альфа высадилась. На 240 до зеленки, аккуратно идем. Танку тут пока постоять. Танк ждите, пока мы не прочистим все, про неправильно. Оставьте, там, не знаю, пехотинцы, два, наверное, что смотрели. Так, с вами к нам Браво. Подтянуть. Вы к Браво, подтягивайтесь к хамбикам. Тут оптики, по-моему, у каждого есть покушу. А танк, вы пока горизонт смотрите, сканируйте. Да, сканируем. Можете мотор заглушить. А мотор не так, глушится. Так, пехота стоп. На 140 пусть какой-нибудь пехотинец смотрит, вот эти леса. Мне доверие не внушает. Ну, у вас там Браво, Аздонику. Мы прекрасно. Идем по параллельной линии синий. Поставил твое направление синий. РПГ, РПГ, выстрел, спереди, 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 выстрел. Танк уводите, танк уводите. Так, все, отставить пехоту. Смотрим впереди, аккуратно сейчас здесь. Какой сложный есть. Да, да, да. Отлично. Залегли. Да, ГПшка, мы с Аполлашкой обработали. Да, да, да. Да. Паша, разреши пройти немножко дальше на разведку. Так, да, танк аккуратнее, зеленку сейчас мы входим, не долбив угасана. Остальные подтягиваемся к зеленке, надо с поля уйти. Лучше в зеленку на 180, потому что там, по крайней мере, погуще. Первые две ракеты вылетели примерно с того направления, куда ты нас ведешь. Я и хочу проверить. И все наши подключили. Да, мы сейчас идем, откуда РПГ выстрелил. Первый раз. Мы проверим это место. Поэтому предельная внимательность. Почти убить. По рации их взять, чекнуть, что там происходит. Конечно. Чек. Часто мина я угольну. Нашу перед. Отлично. По рацию у Шахида забрать.
Блин, танк пока курай. Не суйся. Танк пока не суйся. Как понял. Ворон, привет. На ДВ попробуй, парни. На 320 и... Ворон, прием. Ворон, прием. Ворон. Пока стойте там, не суйтесь. Окей. С севера кто-нибудь смотрит? Прием. А с запада что-то техника, с запада техника. Да, да, подтверждаю. 250, 260. Значит, смотрим. Сентари, с запада техника. Чё, 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 чё? Раненого слышу. Кто-нибудь ещё слышит с района запад? Сейчас танк тебе прик... Пока все горизонт смотрим, зеленку просматриваем. Паш, нарисуй, где мы? Я скажу, на 320 проверю, я там одного замаслил вроде. Да не надо, не надо проверять, сейчас разделяться будем, нас по одному же. Нарисовал, где мы. Так, у меня медкит есть, я не знаю, он работает здесь, нет. Паш, давай на кромку к верхушечке подтягивай. Отстреливаю ненужную трубу. Уже здание, здание за горизонтом на 240 метров. Танк! Что? Репит. На 240 что-то горит там. Сейчас я тебя смотрю. Куда, 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 куда? Тебе только адреналин, морфин, тебе что надо? Может... Да мне меткит это, но медик должен быть. Фансмайк, откуда стрелять? Дымка на 240 была от Пашиной позиции на карте. Иванчик, ты сильно вылез. При лучше в этом месте ляг. Допом не работает, успокойтесь. Я кусты здесь чекаю. Метку или доклад делаешь, что ты ушел в твою комнату. Сказал, что пошел. Спереди долбит тоже. Ногой на 240. Я думаю, может мы подтянем уже танк, в принципе, здесь. На холма можно танк натянуть до нашей позиции, очень да, хорошо да, подтянуть. Давайте танк. Я пока смотрю из севера, чтобы никто не побежал. Оттянусь на север. Аккуратнее, своих не подави, танк. У тебя впереди, да. Так, погас. Отлично. Потом же не уходи, уезжай. Севера где-то, с севера-запад. Иду быстро давить. Подтянули танк. Если танк мертвый, то нечего с ним цаткаться, в город входить. Камера уничтожена. Убил шахида, шахид убит. Понял, все. Значит, город сейчас идем. На 310 видел, перебегал кто-то, перебегает. Я. Шахида убил, хатаб был. Давайте сближаться с городом. Сейчас я группа хана работает. Танк повреждена, ну, вроде ехать может. Мне это новый водила нужен, это сломался. Кто там может? Давай. Остальные городу приближаемся. Потому что на ГП Хамедон выпушен. Надо выходить потихоньку из зеленки, уже город занимать проще. Ну-ка сейчас
кочегар еще упал. Паша, вы к городу подходите? Да-да-да-да, уже почти. Танк медленно, но едет. Ты на хом, на вершину заедь. А не знаю, получится. Так, я устал, мне уже совсем от снова падает. Даю дымы, дымы, да. Кто из зеленки вышел, назад дымы бросайте, чтоб в спину не стрелять. Не, на холм он не поднимет. Кинул дым. 3 миллиметра круговой трубы. Самым маховским снарядом. Вот и флайер подкатывает. Ты говорил, что где-то в том районе будет ошиваться СПГ? Угу. Тут много СПГ. Паша пришел. Паша вверх. Бля, я еще снарядов больше набрал на СПГ. А чё ворон сможет в одному сделать на танке? Да, у него фугас автомат. Так он один, может, нет, там есть пересадка. С... нет, вот он сейчас... Паша, как там еще живой? Два попадания из РПГ было. Я его, я видел, прям под днище попадали. Ну я-то, блин, не живой. Первый раз попали и убили, да, нормально попали. Второй раз, третий раз, но перед ним попадали. Какой третий раз? Нет, третий выстрел я делал, вон хаммер горит, я в него стрелял. Иди нафиг. Смотри, там аркадит. Что-то быстро нож сливается. И как он меня убил? Ибо рандомщики. Рандомщики сливаются быстро. Мало уже. А, у меня там дырка. Я думаю, как он меня убил. Я так понял, у вас все РПГшники на этом направлении, откуда танк пошел, или вы да. Так перебежали все? Нет, нет, там сидели все. Понял. Но я рядом. Так удачно. Да, а флайер на СПГ счет. У нас там в запасе а там? Флайер был. Угу. С флагом даже. Они все с флагом. Флайер один что ли? Нет, там надо быть, но есть. Краб наводчик. Его не увидит из-за этого холма. Да ща они сейчас что-то выкатятся. Мимо? Мимо. Это вообще не потом. Росфорс. На, Росфорс. А куда он стрелял? По СПГ. По СПГ. Не, ну в принципе можно, конечно, уменьшить красного РПГшки. Наверное. Я тут там понараздавал. СПГ выбрать и норм. Чё творит Русфокс? В полный рост. Чё-то флаг как-то неправильно в спектаторе отображается. А как он должен быть? Кверх ногами отображается. Скрутил. Кажется. Обрезано. А, не, ну, судить. Он на краю. Рябой, а вы сейчас залетаете.
Вообще, к МСВ-шникам залетел. Там спама приняли. Давай, мать пора. Он ничего не сделает. Кто это там валяется? Тоже мальчик валяется. Ай-яй-яй. Как хорошо. Это Монтега? Да, да, да. Прямо вы американцы будете. А как рации вражеские пользоваться? Никак, она просто у тебя на фоне будет так шипеть немного. Что можно? Ее можно, ее Ctrl-P нажать, там будет список вибраций доступных. Выбрать нижняя, как правило, новая. Ее сделаешь активной, когда выберешь. И можно включить, например, на другое ухо повесить. И поменять там канал, попереключать. Я просто подобрал свою, просрал, потом бегал. Коля, много, Колян. Совсем надо разбираться. У меня был. Не знаю. Там Буром себе не может заехать с горы, что ли? Боится. Наверное. Сейчас у Мальбора будет что-то интересное. Попытается просто мигрену. А не поймешь. У него же под стволом. Закончились. Сейчас Ворон выйдет и даст Мальбору. Вместе со своим. Ты тут, Прайс? Что ты мне тогда пишешь? Тем временем мы смотрим. Ну просто вообще я рассчитывал, что все-таки больше будет синий, хотя бы в полтора раза. Поэтому стоит. Ой, 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 такое случается. Ну, что поделать, будем менять как. Сейчас будет развязка. Да-да-да, сейчас будет ворона жить. Ворон. Ты там устроишь, что у нас в основном попал? Один к одному, бил? А то наоборот меньше. Заехал уже к молоду. О! От Мальбора гранат нормально полетел. Спама. Ворон кого-то с танка ссыпал. Сейчас мне кажется, бегает. Ворону заедут. Да, заедут сейчас. Крайные. Да, ворона, ворона. Пока, ворон. Ворон был? Нет. Нет. Подрыв, мне кажется, пока. Ты кого тебе вообще с собой? Да, там кого-то накрыл, да, там за ворон. Вообще жесть какая-то. Почему меня убило, а тебя нет? Да мы, короче, не съели. Хотя посмотри, сколько народу замаслил. Кстати, Кроносу какой-то так американец. Кстати, как посмотреть? Приходил. Убитые против. К нему этот Росфокс приходил. Ага. Как посмотреть, сколько убитых? После миссии там будет статистика, на него нажмешь, видишь. Наверное. Да, мы немецкие. Типа курды, ну, тогда будет и объясняться, откуда М60 брать. Посмотрите на позицию. Нет, Алекса. У как этих, которые, ну, синий. Они же там сейчас активно вооружают. Всяких не ЮПГ. Мне кажется, что они сейчас американцы. Ну да, ну как бы.
как-то так изначально делал, потом подумал на американцы, ну как-то СМ-60, уже старовато. Ну да, курдов можем. Да, если их так переодеть. Там же юниты какие-нибудь у нас О, есть? Я, да. Знаешь, кого думал? Это из Сарани, которые... Нарвали. Ну, там, видел эти раз? Ничего не нарвал. Победа. Победа. Синяя. На кого нарвались? Алекс. Сидит, короче, у них к ним пиндос забегает, они не там... видят. Побегал, да. Там и выбежал. Слушай, Раздоник, там же есть это, сборки 80-х юнитов, где Woodland натовские. Там и песочная есть форма. Ясно, да. Не, я думаю. Ну, правда, мне хочется просто еще. Я почему этих юзал именно? Тут же синяки, которым в эйсе прописаны как бронирование. Уже по идее мы уже должны были пройти. Они штурмовая группа, как-то. Да. Да, кстати. Почему? Потому что они в красной зоне находятся и два синих в зоне, в красной. А, и они вторую зону не брали. Две зоны. А, то есть надо миска делалась, когда к нам уже что-то много народу стало заходить. И 50 тел было, и я решил как бы сделать две зоны. Наверное, надо. Я сделаю параметры, скорее всего. Надо две зоны. Как вы думаете, через сколько найдут Алекса и Мальборо? Вечность. Раздоник, может, ты сделаешь хитрее? Как захват зон, то есть квадратов, там квадрат 50 на 50, там, допустим. Не знаю, мне эта система вообще не очень нравится. Почему? Ну потому что когда захват происходит, это отображается на карте, если сразу узнают, где враг. Не знаю, почему-то я в этом плане немножко критикую. Ну, она больше как бы подходит под количество, так скажем, ну, да, не очень большое. О, ну фан-фам. Пиздец, даже, блядь, ебать. РПГ, бля, кинули. Ты сам себя? Да нет, не сам себя. СПГ, по-моему. СПГ у меня даже. Охренеть, все на двух пехотинца, блядь. Столько гранат, блядь. Всего, всего, чего можно. Просто, чтобы убить меня. Лол. Это был один человек. Вот такая вот жизнь, Влад, без упрека. Даже ты, до сих пор ты бомбят, искал, смотри. Ты искал, но тебя нашли раньше. Смотри, до сих пор бомбят, думают, что я там. Mm-hmm. А вообще, чума какая-то. Сейчас еще на штуру пойду, наверное. Хочу спасибо крабу сказать, что он мне игру. А где у них СПГ-то, я так не понял. Да вон, смотри, КНДТ краб. Так, ну вот, они эту зону захватили, им тупо надо другую пробежать. А чё эти в кустах марихуаны сидят, лол? Курит. Он чёрный. Им нравится. Там хорошо, удобно, не видно. Ну, правда, никто задание не читал. А, кстати, а когда каштан там в домике бегал, они тоже в этих кустах сидели, не видели? Да. А, кстати, и... каштан хотя бы прострелил через стекло или нет? Почему репит всегда живёт? Живет, он прошлое воскресенье вообще не жил. Да, он там активно сгорел. Он даже никого не убил, я так насколько помню. А это кто за рандомик? Где? Аляшка. Ну все, по-моему, миска в компа-дрочь превратилась. Где, можешь написать, типа, вторую зону захвата? Не, ну просто видишь, талибики сидят, ждут, краб сидит, ждёт. А там какое-нибудь сообщение выскакивает? По-моему, хинт должен был выставиться. Ну, по памяти я, по-моему, ставил хинт, когда одну из зон захватываешь. Типа, город взят. Лол, Алекс, черный талиб. Весело. Из Африки. Из Африки. Из наш африканский брат, ничего ты не понимаешь. Народная Бахат. Медицина. Слышишь, дружище? Наверное, вообще надо один двор поставить зону. Стрелять в упор? И чтоб его вот, танка сразу. Типа где Олежка? Ну да. Не, они вокруг-то могут, типа. Обороняться же. Где мой Олежка, там вообще красивый как-то.
шеи так еще вытянуты. Аляска в ловушке. Да они уже. А, и кто? Ну надо вторую зону захватить, понимаете, пацаны? Да мы это поняли. Да, по-моему, уже должен посмотреть. Нет. Мы будем очень долго ждать, пока они там домой дойдут. Паша, налей. Ну, по заданию 70 минут проходит, а еще только половина прошла. Да. Красные отступают. Летите его налево. Кранус, кранус. Кранус уже готовится встречать гостей. Сзади радиатор такой или что это такое? Это нам, да. Ворона сейчас свой труп рассматривает. Ну там. О! Как это? Не надоел. Еще долбануть. Чтоб он шкваркнул. По-моему, почернел. СПГ пустой. Синие пошли на юг. Сука, в танк уже всадили, а он еще и даже не горит. Ну странно, обычно он шкваркался в прошлый раз. Не, в это, первый раз его, когда гусеницу сбили, он немного погорел. Потом то ли потух, то ли что. А, горел? Да. Ух ты. Да сегодня, что ли? Ну, это сейчас, когда у меня там водила это сломалось. Боже, вторая зона еще. Народ засветился, уже хорошо. Чё, клавер принимал, да? Там Кронос очень интересный, смотрю. Такой репит заходит, а тут выхода нет. Двери нет. Надо подумать. Все, либо камер. Вон, Зоник, смотри, тактический репит. Да. По-моему, Алекса вообще никак не найдет. Даже не собирается. Да, он нас сам особо не хочет найти. Он заснул, да. Он на дым смотрит. Репит видит Кроноса? Как? Это что такое? Скажи, что эта зона захвачена, Олежки. Он наигрался в всяких первых серверах, думаешь, что надо, чтобы флаг поменялся. Да, а чё флаг-то не меняется? Ну, кстати, можно потом 10 этим поднять флагшток, да? Ну, это же батлфилд, зачем? Ребят, все синие зоны ушли, а зона осталась. Теперь захвачена, красная. Не, она, по-моему, не перехватывается. Не, там Алекс же сидит. А чё, Кронос два не одобряет? Граната? Пошла. Ой, нехорошо. Ой-ой-ой, флайер висит. Пацаны, да. Вообще не это, не вкупили, откуда их стреляют. Ой-ой-ой. Усветились. Ой, зашквал. Мольба такая прям началась. Кого-то уже слили? Репита. Да-да. Самого тактикульного. Самого, да, тактичного. Мне напомнил, вот как гранату кинули, она взорвалась, мне напомнил, как эти на даче. Ты, а меня откуда, с этого сняли? Муравьи такие разбегаются в разные стороны. Кто снял? Каштан. Да с блокпоста Кронос. Пацаны такие все занервничали. Мне показал газ с блокпоста, с верхушки. Еще одного. Вот сюда. Ну-ка, АВ. Сил в одном коридорчике. Ну-ка. Да, тоже слился. А чё, я по ним не попал, блин? Этого гада я видел, блин, Кроноса. Точнее, когда отстреляли, мне просто куст передо мной был.
Я стрелял уже так, чисто на подавление. Ну ты вот вышел из-за угла, он оп, тебя увидел, лег. Так, он может встать. Ага, вон. Перекид. Во. А вы промах? Каштан просто. О, ожил. Флайер? Кто? Каштан ожил. И флайер тоже. Че он Че он не перевяжется? Не, у флайера вон нога лежит. Не важно отсюда бить врага. И каштаны опять что ли? А, нет. Паш, у нас все нормально было, но вот если бы мы, конечно, использовали дымы, мы бы, конечно, коридорчик сделали отлично этому. Ну, танку. Ну вообще танк как-то вы говорили, что лес типа заняли, танк подъехал его из этого леса и. Да, да. Пух, пух. Там надо было прочесать намного шире. Мы узко взяли, прочесали. Надо было шире, прям вот охват брать, там, грубо говоря, 200-300 метров. Хороший регрупп. Да, могут, могут что-то организовать. Я нервничаю с флайера брать. Ну вдруг, да? Стрельнет. Не влезай, убьёт. Да. Первый пошёл. От лица флайера, вот смотрю, как вниз в проход этот заходит. Добьёт, не добьёт он, интересно. Опять они что-то это. Опять разгруппировались. Да каштан, добей его. Все, хана. Привет, флайер. Добили? Угу. Наверняка. Нет, живет еще. А, нет, все. Алекс сидит. Использует цветов перед махом. Теперь тактикульник. О, сейчас Алекс выйдет, смотрите. Чёрт, блин. О, шо такое? Вы говорили, синие победили. Блин. Неожиданно, неожиданно. Неожиданно начали сливаться. Да. 3-2-2. Сейчас шо краб подойдет. Но я Каркары чё-то засадил. Алекс, крыша свалится и всё. Каркарыч здесь? Так, что тут происходит? Ну, может, он там в этом сидит, смотрит статистику. Так, ну, Каркарыч-то мы обруем. Возник, что мы следующий включим, потому что если у нас останется столько же людей, на следующей миссии не хватит. А сколько у нас есть? Ну, сейчас 29. А что у нас следующее? 5 на 5. Ериджин на 28. А, ну отлично же. Одному не хватит, да? А, нет, 20. А давай от РК. А там сколько? 30, что-то там. 4, а, ну, что ли? Мог мне не то, что предыдущую версию нормально. Так вроде поудаляли все. Ну, все, там вроде он есть там. Тогда... Ну, вот. Ну он такой, он предыдущая версия. Не то, что небольшой, он странный. Там. Там где страйкер еще СГС? А, да, страйкер СГС, там, не, 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 там это рандом. Каштан пошел. Там была версия с камерками, которая работала вчера, проверял. Предыдущая? Ну, я не знаю. Дыр, как же ты рассказывал, взрывайте, по граду стоять. Смотрел вчера же, смотри. Там 1-2 и 1-3. А с чего соединение случилось? Вполне возможно. Там посмотреть, надо на слотам. А, авик, там куча отрядов по 4 человека, в лагере. Его этот что ли снял? С вышки? Крона, по-моему. Так, сейчас что там будет? Крон вообще фиг знает, как его увидел. Так, то на лобчик. Как тут в окно был? Ой. Окно углядывал. Кронос видит. Кого? Иванчика. Ага. Ну Иванчик, он так неосторожно, он привык с ботами на третьем бегать. Вот и все. Нет, нет, еще не все. В руку. Ну два попадания, а тут другие, с другой стороны. Жесть.
Так. Чики-брики. Каркарчик наколбасил. О, я все-таки гранаты дал зацепил. Наколбасил четверых. Что?